Моше из Мексики говорит: «Мы изучали. Прежде надо раскрыть зло, чтобы свет исправил нас. Может быть, действительно стоит углубиться в это зло между нами, чтобы ускорить процесс?» Нет. Если ты захочешь раскрыть зло с помощью зла, ты его никогда не раскроешь. Зло ты можешь раскрыть только относительно доброго. Тогда это зло. Зло относительно зла ты его не раскроешь. Ты будешь им гордиться, ты прочувствуешь, что ты прав. Зло может раскрыться только если ты тянешься ко благу, а тебе раскрывается вторая природа. Свет должен раскрыть зло.